Добрый день всем горожанинам города Уссурийска. Хочу поблагодарить коллектив от пожарно-спасательной части 32, которая вот находится на Амурской 69. Вот вчера ребята нам сушили после потопления. Вот это район улиц Лозо и Вейса, это вот Вейса 9. Благодарный отзыв. Меня просто переполняет чувство благодарности, потому что уже там, наверное, какие-то 24-е сутки после потопления, и приходится вот бороться с последствиями. Уже мои клиенты, уважаемые, по покосу больших территорий ждут уже, когда я выполню свои обязанности, да, по работе, вот по оказанию услуг тоже населению, да, по покосу травы. Вот, Владимир Стороженко. И вот ребята просто молодцы, устанавливают пушки тепловые и откачивают с погреба своим оборудованием пожарным, спасательным. Поэтому ускоряют процесс, ну и может быть даже полегче будет ремонт делать, потому что уже плесень, начинается грибок. Ну вот, слава богу. Здесь вот вчера работала пушка 39 градусов вот в комнате, да, а пушку устанавливали там на 45 градусов или на 50. Поэтому планирование — великая вещь. Вот хочу поблагодарить вот оперативный штаб, телефончик 38 45 46, может быть, кому-то пригодится. Я сам недавно узнал о такой, ну, помощи, да. Или телефон диспетчера, получается, Ленина 143, ну, код Уссурийска 42-34, и сам телефон 334-906. Можно записаться, подать заявку и ускориться. Ну, я так думаю, сейчас как бы еще матрасы просушить, пользуясь такой возможностью, потому что все сыревало, воды было по подоконник. Вот, огромное спасибо. Мощное оборудование. Тоже получил вот опыт. Я слышал про вот такие пушки. Ну, потому что вот сейчас тоже удобно здесь, все пусто, все повыбрасывали. Тоже нам помогли вот военные ребята, 305-я артиллерийская бригада, вот помогала выносить вот эту тяжелую мокрую мебель, все на выброс, да. Это уже вот приобрели, сейчас раскладушку, все. Вот, поэтому легко здесь работать. Здесь тоже вчера пушка работала, потому что уже грибки начинаются. Видите? Вот, поэтому вот очень вовремя. Спасибо вот пожарно-спасательной части 32, командир Андрей Анатольевич. Вчера работали ребята под руководством начальника караула Антона. Сегодня работают ребята вот под руководством капитана. Ну, ребята скромные, сказал просто Роман. Также большое спасибо вот сегодня Илья за рулем, вот прапорщик Вадим, уже познакомились, да, установил пушку вот Юрий. Огромное спасибо. Вот, так что чем смогу, тоже обращайтесь, как говорится, от сердца к сердцу. Вот, занимаюсь покосом, вот триммеры ждут в очереди, все уже профилактику сделал, клиенты ждут. Вот, большое спасибо. Ну, а так вообще 27 лет я прозанимался возможностями сетевого маркетинга. Просто у нас была онкология в семье с любимым человеком. Мы ее победили 7 лет назад. Это вот БАДы для компетентного иммунитета. Вот сделаю стоп-кадр. Сайты 4life.dv.ru. Это дальневосточный сайт, очень хороший, наполненный. Там книги медицинские от А до Я. По спорту это все помогает. Вот, для активного долголетия я восстановился. Не мог поднять раньше ведро воды 7 лет. Наверное, все-таки клещ энцефалит укусил, потому что другие ребята из бригады, вот шишкарей, там мы елку пилили новогоднюю. Вот, 3 месяца по тайге в 2014 году. Вот с тайги вернулся, меня что-то перекосило. Не мог триммер завести, стартер. Жена дергала, да, там бензопилу, штиль 180-й дрова, чтобы напилить, ведро воды носил. Вот это все помогает. Ну, мы и внуку помогает, и пенсионерам, и спортсменам, и бизнесменам, кто летает из зимы в лето, из лета в зиму. Все помогу достать по минимальным ценам. Все сопровождение, там, получение кэшбэков, там. Но если увлечетесь профессионально,
мои руководители, наставники вообще мирового уровня, в семерку по рынку Евразии входят. Лично вот, которые меня привлекли к этому делу, которые мне помогли. Вот, lambre.ru, я директор третьего ранга был когда-то. Вот, ну и там своя иерархия, да, как в армии, точно так же в индустрии сетевого маркетинга, да, это вот подбор ароматов индивидуально с французской фабрики Техника Флор, 30 километров от Марселя, местечко Лауш, господа Саботеры. Ну вот у директоров золотые шкатулки, ну как желтые, желтенький пластик, вот за нее надо было в Москву летать, $1000 потратить, чтобы вот в руки президент компании вручил французской вот такую шкатулку лично вот лидеру, директору, да. Вот, Lambre, группа International, группа lambre.ru, парфюмерия, косметика с Франции, с 1774 года, вот история фабрики Техника Флор. И вот меня через YouTube-канал заметили, у меня есть YouTube-канал, я рекламирую результаты физическим трудом. Раньше лекции читал в больших коллективах, с врачами работал. Сейчас пошел работать физически и показываю свои достижения физическим трудом, вот как мне помогли БАДы для компетентного иммунитета, да. Ну, есть в команде и врач-онколог, и врач-терапевт, у меня наставники, кандидат медицинских наук, доктор медицинских наук по онкологии. Я в эту команду вхожу, не у меня в команде, а я в команде у врача-онколога, у врача, кандидата медицинских наук, у, наверное, уже докторскую защитила, вот Ольга, доктор, наверное, медицинских наук с Хабаровска. И вот меня ребята через мой YouTube-канал Владимир Стороженко увидели, предложили кассу взаимопомощи BeFree. Это вот деньги на каждый день, деньги на мечту. Это вот коллектив надо построить стабильный там, да? По два человека все мы приглашаем. Близких, как правило, самых близких родственников, да? И по кругу получается семиместная интегральная неделящаяся матрица. Вот как в СССР, помните, мы по кругу часть зарплаты бросали в стабильном коллективе? И жребий, да, кому первый получать, кому второй, кому третий, четвертый. Если коллектив или когда коллектив стабильный, да, то все получат свои деньги рано или поздно. Только здесь 52 страны. Но и здесь деньги крутятся и $150, и $300, и $900, и $2700, и $800. Ну, а я вот в индустрии сетевого маркетинга 27 лет, поэтому реально вам пригожусь, познакомлю вас с лидерами с других регионов, с других стран. Ну и вообще вот видение, я ездил по международным всяким саммитам, конвенциям, чтобы вот то, что я вам говорю, это надо осознавать, что мы где бы находились, а хоть в Меркушевке, хоть в Михайловке, хоть в Тернее, хоть в 12 городах вокруг Уссурийска или 56 деревнях вокруг Уссурийска, без разницы, хоть в Москве, хоть в Портленде, хоть на Кипре, без разницы. Вокруг нас 200 стран мира с суверенитетом, 10 стран без суверенитета, 300 миллионов русскоязычных людей, 8 миллиардов населения, интернет нам в помощь, соцсети нам в помощь. И вот, понимая, как работает система, как работает компания-производитель или компания-производитель по красоте lambre.ru или компания по здоровью For Life Research или касса взаимопомощи, вот так вот пишется. Вот так пишется, по-английски пишется, вот так, be free, по-английски, по-русски be free. Ну вот везде вот так правильно писать, be free. Вы можете все это в интернете найти, там профессиональные лекции, люди, которые за 2.5 года заработали на свои пластиковые карточки по 10 миллионов рублей. Это реально, ребята, работает в правовом поле, 135 закон Российской Федерации. Можно в налоговой зарегистрироваться как информационно-консультационная деятельность. Вот. Чем я могу вам помочь? Да? Свести со специалистами, я сам в этом разбираюсь. Вот. На начальном этапе и моей компетенции хватит, наверное. Вот. Ну а если уже пойдет у нас большое движение здесь, то, значит, обратимся к старшим товарищам, наставникам, которые помогут своими ресурсами. Все, +7 924 123 24 44. Вот еще раз говорю, благодарю. Я сегодня попал на оператора Оксана, 38 45 46, и на оператора попал Валерия, да, или Валентина, 334 906. Вот, спасибо, очень душевно, по-человечески отнеслись, все записали. И вот у нас
работает пушка. И у нас работает пушка, все по плану. И мы быстрее закончим восстанавливать свое жилье и тоже будем оказывать услуги населению. Помогай Бог!